Всем привет, ну я Крифер Плей Про, и сегодня я буду играть в игру под названием Балди. Да, это довольно популярная игра, я наконец-то решил в нее поиграть и показать вам вообще, что это за игра. Вот, я уже изменил в настройках этого. Видите, теперь медленнее все это. А тут, пожалуйста, так быстро вот так все делалось, что не успел даже поворачивать. Но я это все изменил. 2 минус 4, минус 2. 6 плюс 3, 9. И 3 плюс 1, 4. Потом будет невозможный пример. Ну, в прямом смысле невозможный. Не так, что очень трудный, не можешь решить. А он вообще для всех невозможный. Так, все, надо взять монетку. Это типа приз. О, 2 плюс 6, 8. 3 плюс 9, 12. И вот, посмотрите. Например, можно 44, но... Это все равно неправильный ответ. Видите, он расстроился, короче. И теперь надо от него убегать. Если найдешь 7 предметов, можешь выбраться из школы. Вот, да. Вот такая эта игра. Прикольная. Так, нету ли директора нигде? А то я хотел бы кое-что забрать. Так. Вот сейчас нужно найти 7 учебников. Я уже вижу еще один. Вот сейчас вы сами в синем кабинете. О, директор. О, стойте. Посмотрите. Давайте без соды купим. Чтобы балди отталкивать. Интересно, вот такое чувство, как будто он сейчас оттуда выйдет. Вам так же кажется? Он, потому что очень умный. Он, кажется, должен поворачивать пока. Так, ну давайте решим, думаю, успеем. Я думаю, мы успеем. О, сапоги, что они делают? Давайте испытаем потом. Так, 3 минус 8, это минус 5, да. 3 плюс 8, о, 3 минус 8, 3 плюс 8, так, 11 и 2, 0, 20. Так, ну, короче, это не точно невозможно решить, но может есть какой-нибудь пример, но я не знаю и не слышал об этом. Ой, сейчас такое чувство, это летсплей. Ой, убегаем. Так, с чего это я заговорился? Так, быстрее бежим. Сейчас директор, блин, быстро прибежит. Да хватит, отстаньте от меня уже. Не хочу я с ней играть. Да типа, какая-то девочка с скакалкой бегает. Мешать проходить игру будет. Так, ну давайте решим, пожалуй. Я не откажусь, если мы пройдем игру. 5 минус 2. 3. 2 минус 1. 1. Эх, ну это очень трудная игра, я вам скажу. Но я проходил версии, типа, какой-то мод, где он не ускорялся. Где-то тут? Да, наверное. Вот давайте сейчас... Я потом пятый учебник оставлю. Я вначале на замок его поймаю. Если он там. Ой, его перестало практически быть слышно. Да хорошо. О, ножницы. Так. 9 плюс 8. 8 плюс 9. Так. 17. 1 минус 2 минус 1. И чем больше неправильных ответов, чем быстрее становится балди. Ну, я его моей бесодой толкну. Помните, мы ведь забрали там бесоду. 5 из 7. Круто. О. Давайте. Вы думаете, сейчас ему дадут себя поймать? Опа. Все, улетел, короче. Вот сейчас я для профилактики еще раз в него кину. Так, лучше на замок закрой быстрее. Так, давайте сейчас подождем друга вот этого вот. И загоним его в ловушку, поймаем. Мы его в ловушку, короче, поймаем. Опа. Все. Ой, теперь директор, блин, это не забудет. Он теперь всегда за мной будет гоняться. Ну и ладно, давайте дальше решать. Чебники сейчас не боимся. О, вы видели там балди? Ну все, я попался. Давайте как раз баг покажу, который практически ненужный. Смотрите. Я сейчас стою в угол.
И он, посмотрите, меня не будет трогать. Ну ладно, поймает он меня все равно, это уж точно. Может, попробуем еще? Я сейчас, наверное, играю, чтобы просто изучить вот это. Ну, хотя нет, я хочу пройти. Это не ради того, чтобы... Иногда вот играешь ради того, чтобы изучить там эту школу. Можно карту даже посмотреть в гугле. Можно где-нибудь карту найти этой школы. Но не в игре, а в интернете. 0 плюс 2, давайте 2. 5 минус 2. Так, пока что отлично. Давайте сейчас попробуем. Я вам покажу несколько штучек, которые, может быть, вы не знали, а может и знали. Ну, короче, я вам покажу несколько штучек, которые очень прикольно работают, интересненько. Я некоторые сам не знаю, например, сапоги. Вот что они делают, интересно. 7 минус 2, давайте 5. Ой, ну какой же правильный ответ? Ну, может быть, не знаю. Вы где-нибудь видели? Я вот не видел еще правильных ответов. Нормальных, которые прям реально правильные, которые вам помогут пройти игру. Че, повторите прикол, сейчас, кажется, директор выйдет. Где он? А, нет, а, тут проход. Отлично. А, вот директор. Так, давайте. Ой, повезло. Так, за мной летсплей бежит. Да только не... Нет, надо успеть за замок. Она не может зайти в кабинет, да? Ха-ха-ха-ха. Так, все, бежим. Слушайте, где же Балдин? Если, пожалуй, посмотрите, он выйдет сейчас. Вот сейчас выйдет, посмотрите. Вот, я успею вот этот решить. Вот это моя тактика такая. И потом закрыть его на замок. Как вам? Думаю, вроде нормально. И потом закрыть на замок, потому что он близко уже будет, пока мы решаем пример. Он уже не знаю, насколько к нам подбежит. Так, давайте. 6 плюс 9, 17. Ой, блин, ошибся. Ой, надо было написать 6 плюс 9, 15. Но 8 плюс 5, давайте. 13. Ой, боже, зачем я это решил? Так неправильно. Но я тороплюсь, потому что он сейчас выйдет, и мне хана. Вот он. О, я вовремя бег выключил. Так, давайте подождем его, типа, пранк. Такой. Давайте ждем. Прям перед его носом закроем. Ну, хотя, чё я, блин, стою тут? Так, нет, там Playtime. Ее зовут, кстати, эта девочка. Так, давайте сейчас Балди без соды подождем его. Пока он там замка выберется, когда он дверь там пробьет еще. Ну, будем ее ждать, короче, давайте. А я вам еще, да, давайте, как обещал, покажу штучку. Интересно. Давайте включим телефон. Смотрите, я не знаю, что это дает, но... Все, давайте, бежим. Я не знаю, это, кажется, Балди приманивает. Ну, давайте пойдем. Ну, я не знаю, надеюсь, он сейчас не выпрыгнет. Так. О, смотрите, дверь. Вот сейчас я вам тоже покажу кое-какую штучку. Смотрите, будильник. Вот что я вам хотел показать. Так, забираем. И идем. Монетку, пожалуй, тоже можно забрать. Ну, смотрите, давайте еще покажу вам, что делает будильник. Интересно ведь. Так, купим бисоду. Да, давайте испытаем будильник. Вот, что это такое? Так, все, идем дальше. Проходим пока хорошо. Ну как хорошо, всего 3 из 7, но... Ну, лучше, чем ничего. Давайте сейчас его оттолкнем, поймаем вот тут на углу. Если он там есть, конечно. А, ой, блин, вот это да. Напугал он. Ужас. Все, мне не уйти от него. А, это... Как я не уйти? Ай, он меня спас. Спасибо. Нет, надо выйти. Ужас. Ну, смешно, смешно. Так, ну все, как это смешно? О, спасибо. Сейчас поймает меня. Спасибо, я уже сказал. Так, ну все.
Хотя какое спасибо, я бы и так от него убежал, но сейчас меня все Балди поймает. Ну все, столовка опустела. И мне, наверное, кирдык. Наверное. У меня нету скорости, мне некуда от него убежать. Ой, все. Ну ладно, вот. Я вот закончил играть в эту игру. Можете ее скачать, она довольно интересная. Я вам ее могу посоветовать. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, CreeperPlayPro. И всем пока-пока.